Чем запомнился этот день в истории города? Мы расскажем вам в рубрике «Городские новости короткой строкой». Три дорожных участка в Воткинске вошли в топ-10 убитых дорог Удмуртии. Два из них уже отремонтировали. Это перекресток улиц 1 мая и Садовникова, а также улица Мира. Ремонт части дороги по улице Победы обещали включить в планы на 2018 год. В период с 14 по 22 октября в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем примут участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира. Удмуртию на фестивале представят 125 жителей региона. В их числе и воткинцы Евгений Попов, Игорь Индовицкий, Ксения Домнина, Михаил Леконцев и Алексей Овечкин. Кроме того, в рамках молодежного праздника иностранцы посетят нашу республику, в том числе и Воткинск. 12 и 13 октября в Ижевске прошел ежегодный фестиваль спортивных единоборств по нескольким дисциплинам. Воткинск представила команда по рукопашному бою. Шестеро наших борцов стали победителями и призерами фестиваля. В активе у спортсменов 2 золотых медали, 2 серебряных и 2 бронзовых. К соревнованиям борцов готовил тренер-преподаватель Виталий Софиулин. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день новая и полезная информация для вас. Хочешь знать новости Воткинска? Интересны слухи и домыслы? Заходи и читай воткинск.нет.